графа против всех. Она нужна очень многим на самом деле. Потому что если бы она нужна нынешним политикам, нынешней власти, которой как-то хочется извернуться, еще усидеть, нужна она, в общем, и, так сказать, политикам тоже, потому что нужна все-таки некая истинная картина, потому что если будет такая графа, там, против всех, пошли вы все, понимаете, в баню, если, ну, условно, то мы увидели, наверное, истинный расклад общества. Например, те же выборы в Москве были бы, ну, несколько, наверное, иначе, потому что часть оппозиционных протестного избирателя проголосовала бы не за синтетического Лешу, а просто против всех. На самом деле, большинство-то москвичей, они там видели в белых тапочках и Собянина, который достал всех своей плиткой и разворотил весь город, и синтетического Лешу, понимаете, в чем дело? Вот. Так что нужна это, видимо, и Путину, потому что Путину обидно. Ну как же, Собянин взял голосов больше в Москве, чем он. Получается, в честной борьбе вышел там самым популярным народным героем. Так что, ну на самом деле, вы знаете, это уже кружение на месте. Знаете, уже так, без смысла, без всего. Страну надо поднимать, вообще, честно говоря, после того, что вы наворотили. А вы играете с бюллетенями, с какими-то пиар-поводами. Впрочем, вы знаете, уже под конец, когда система организирует, она делает, ну, совершенно странные шаги, несовместимые просто с элементарной человеческой логикой. Мы видим, мы с вами наблюдаем нечто подобное. Завтра с марсианами будут бороться.